Друзья мои, очередной обзор новогоднего декора и украшений, которые также могут стать и самостоятельными подарками к Новому году. Мы уже обозревали с вами магазин «Обби», «Лента», а теперь пришла очередь магазина «Фикс Прайс». И не просто так. Кто-то скажет, да что там смотреть, что путевого можно приобрести там. Можем, не можем, а посмотреть надо. Уж если есть мнение некоторых зрителей, что в «Обби» новогодний товар, ну, мягко говоря, так себе, а цены вы знаете какие там, то, как говорится, что мы теряем. Посмотрим похожий товар в магазине «Фикс Прайс», но за другие денежки. Начинаю. Вот такая новогодняя гирлянда шишки с настоящими шишками и 20 светодиодами. Длина гирлянды 2 метра. Для новогоднего сияния этой гирлянды необходимы 2 батарейки, в комплект они не входят. Вторая новогодняя гирлянда называется «Металлик», и название полностью оправдывает себя. Фонари представлены в виде металлического каркаса, внутри каждого которого помещен один светодиод. Длина гирлянды также 2 метра. А еще были гирлянды в виде леденцов. Куда же в Новый год без елки? И они здесь есть. Хочешь из нетканного материала, а хочешь из керамики. Вот такая чудная елочка на деревянной подставке с фетровой кроной. А можно украсить свой дом, квартиру вот такой керамической. Есть в зеленом, бежевом, розовом цветах. Елочка в один и несколько ярусов с разными узорами. Внутри полая, но достаточно устойчивая. Выбирайте. Если уж заговорили о керамике, то вот вам новогодний керамический подсвечник. Тут и елочка, и звезды, и все это прекрасно будет смотреться в празднике. Подсвечники представлены в бежевом, белом и красном цветах. А какие красивые новогодние бокалы! Вот тебе и золотой олень, и снежинки, и новогодние узоры. Думаю, это отличный подарок к зимним праздникам, ведь приятно зимними вечерами выпить из такого бокала чаек-кофеек. Новогодняя декорация в виде звезды и сердца. Сделана из нетканного материала, да еще со светодиодной подсветкой. Цвет серый и бирюзовый. Украшение невесомое, оригинальное, но и, согласитесь, красивое ведь. Этот декор больше подойдет как елочное украшение, но можно им украсить и гардины, и люстры, и камин. Чудная красная звездочка. Такая домашняя зеленая елочка. Чудная птичка. Конечно же, не забыли про новогодние елочные игрушки в виде шариков, желудей и шишек. Размер игрушек 4 сантиметра, в упаковке 8 штук. И эта елочная декорация мне понравилась своей оригинальностью и аккуратностью в исполнении. Кстати, хороший вариант для украшения подарков. Кто-то даже не посмотрит в сторону этого украшения, скажет: ерунда, дешевка, а зря. Новогодний букет, композиция в сочетании с этим декором будут смотреться прекрасно. Обратите внимание на крепление. Продолжим тему новогодних композиций. Золотые звезды и звездочки на шпажке среди хвойных ароматных веток, слегка тронутых мягким снежком. Аккуратно сделанное изделие и хорошая цена за 2 штуки в упаковке. Белочка на веточке. Размер белки с веткой 35 сантиметров. Кому же ближе миниатюрные игрушки? Вот, пожалуйста, белочка, маленькая подвесная за 79 рублей. Мягкие, но устойчивые гномы высотой 29 сантиметров. Глаз у них не видно, зато колпаки волшебные. Особенно у этого. Поэтки играют и переливаются на колпаке. Елочки искусственные на подставке, обернутые мешковиной у основания. Высота 38 сантиметров. Ну, на елочку эта декорация мало похожа, больше на ветку, украшенную шарами и шишками и слегка тронутая снегом. И вот такая имитация хвойной ветки, ягод и коробочек хлопчатника. Хочу включить в свой обзор и подарочные пакеты, и коробки, ведь они являются неотъемлемой частью именно новогодних праздников. Давайте посмотрим и их. Выбор есть.
Вот такая кремовая коробка с золотым бантом и елками. Размер 17 на 10 на 6. Коробочка поменьше, прямоугольной формы, в красную клетку на зеленом фоне, с декорацией в виде золотой елочки и ярко-красным бантом. И еще варианты. Размер красной коробки 14 на 11 на 5. Обращаю ваше внимание на праздничные пакеты именно в магазине Fix Price. Здесь на них самые низкие цены, а по качеству они не уступают своим дорогим собратьям. Вот эти фольгированные стоят 79 рублей за 3 штуки в упаковке. Как вам такая цена? Вместительный пакет Merry Christmas из плотной бумаги – 55 рублей. Бумажные пакеты для легких подарков. Размер 32 на 25. Вот и все, вот и все. Обзор подошел к концу. Друзья, не поленитесь, поставьте лайк, если все понравилось. А за подписку благодарю особенно.